В эфире новости экономики, в студии Александр Новиков. Здравствуйте. Выпуск представляет инвестиционная компания «Финам». Мы все разные. Разные предпочтения и разные цели. Но способ достижения цели один. «Финам» предлагает решение для торговли на всех биржах мира. С любым уровнем капитала. «Финам» – ваш индивидуальный способ достижения цели. Индивидуальный инвестиционный счет, так называемый ИИС, одна из главных тем текущего месяца. Недавно подписанный президентом России документ о внесении изменений в закон о рынке ценных бумаг, согласно которому максимальная сумма вносимых на индивидуальный инвестиционный счет средств в течение года увеличена с 400 тысяч до 1 миллиона рублей. Однако обратите внимание, что размер предельного налогового вычета по ИИС не меняется и остается на прежнем уровне – 52 тысячи рублей, то есть 13% от 400 тысяч. Несмотря на то, что размер максимального вычета пока не изменился, сама возможность припарковать на ИИС более значительную сумму существенно расширяет поле деятельности инвестора. Например, можно подключить к счету несколько стратегий, для комфортной работы с которыми требуется довольно высокий входной порог. С максимальной суммой 400 тысяч рублей инвестор, конечно же, был более ограничен и в выборе активов, и в управлении ими. Таким образом, ИИС стал очень интересен инвесторам, которые предпочитают активно торговать различными инструментами. Существует немало готовых стратегий, рекомендованных для использования на ИИС, с различным входным порогом, частотой сделок и уровнем потенциальной доходности. Это готовые решения, для использования которых от инвестора не требуется опыта и умения управления активами. Все они работают автоматически, повторяя сделки автора стратегии на счете клиента. Впрочем, специалисты могут разработать клиенту и индивидуальную стратегию. Благо, увеличенная сумма взноса на ИИС позволяет применить гибкий подход и составить эффективный портфель. Инвестиционные специалисты компании «Финам» всегда готовы проконсультировать вас как по индивидуальным, так и по готовым решениям. Удачных вам инвестиций! Официальный курс валют, установленный Центробанком России на выходные. Доллар – 59 рублей 39 копеек, евро – 67 рублей 81 копейка.